Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с платформой CryptoSolarTech. Платформа, которая сделает майнинг более чистым в том плане, что будет использоваться энергия, получаемая от Солнца. Так называемая чистая энергия для майнинга, где потребности в электроэнергии очень часто, очень быстро увеличиваются, и сама энергия, она производится из грязных, так называемых, источников энергии, тем самым загрязняя окружающую среду. Перспективный проект, все разработки в альтернативные источники энергии в средней и дальнесрочной перспективе, безусловно, выйдут на передний план и принесут прибыль ранним инвесторам в проекты, подобные проекту CryptoSolarTech. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл этого проекта. Проект на сегодня уже привлек около 9 миллионов евро, что является очень высоким показателем и говорит о большом интересе среди инвесторов в этот проект. Каким образом платформа собирается решать поставленную задачу? Предложение заключается в создании солнечного фотогальванического пула, способного генерировать 45 тысяч киловатт достаточной мощности для снабжения майнинг-фермы. Respira Энергия будет покупать энергию с этого завода, затем отправлять его на ферму, расположенную в Малаге, тем самым делая добычу устойчивой и прибыльной, без потребности в сторонней электроэнергии. Respira Энергия использует только чистую энергию. Компания, чье происхождение центрального производства на 100%, не будет загрязнять окружающую среду отходами, как CO2. Пожалуйста, обратите внимание на этот перспективный проект. Безусловно, актуальная тема, актуальный вопрос и решение достаточно верное. То есть изобретение на сегодняшний день, технологии, которые получают электричество от энергии солнца, постоянно развиваются, и они становятся менее финансово затратными, они становятся более доступными, и тем самым сама энергия будет становиться более дешевой, что также будет влиять на рентабельность. Во время ICO CryptoSolarTech мы выделим наши собственные криптовалюты на ферме, где мы установим 3000 единиц оборудования для самых разных криптовалют в разных вариантах для оптимизации рентабельности, а также в состоянии самостоятельно поставить ферму собственной энергией от солнечной фотоэлектрической установки, установленной в провинции Севилья, Испания. Эта энергия также может быть предложена как услуга для других потребителей. ICO выпустит 1 миллиард 260 миллионов токенов под названием CryptoSolarTech. Все токены, которые не продаются во время ICO, будут сожжены. В будущем не будет выпущено дополнительных токенов. Пожалуйста, обратите внимание на этот действительно интересный проект. На сайте предоставлена более подробная информация о фотоэлектрической солнечной установке. И также более подробно, детально все описано в белой книге и в белой книге этого проекта. Ссылка на белую книгу, сайт и все коммуникационные ресурсы, как всегда, будет в описании к видео. Пожалуйста, знакомьтесь с проектом CryptoSolarTech от Respira Энергия и присоединяйтесь к нему. Детали ICO вы найдете на сайте, а также на канале Криптомир в следующем видео. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.